Друзья, всем привет, добро пожаловать на канал. На этот момент вы уже должны были посмотреть презентацию новинки от KTM Duke 200 2020 года выпуска, но наверняка вы не видели, как этот мотоцикл из коробки появляется на свет. Собственно, в этом видео мы сделаем распаковку, и вы узнаете, как вот из этого превратить вот в это. Ну, обо всем по порядку, поэтому погнали смотреть. Значит, в комплекте получается X-Site сухозаряженный кислотный аккумулятор, электролит в комплекте, инструменты. Что там интересно, что красивенько или как у китайчиков. Угу. Хороший набор инструментов и зеркало. Ready to race. Знаменитый слоган KTM. Это подномерные знаки. Здесь несколько вкладок и вторая табличка под номерный знак. Раздаточный материал. И еще просто вот такой пакетик для документов. Ну, еще здесь есть ручка KTM. Просто вау. Нужно себе купить такой мотоцикл, чтобы получить эту ручку. Как видно, мотоцикл полностью собран, за исключением каких-то мелочей. Сейчас по ходу дела будем смотреть, что здесь нужно подкрутить. Но то, что я вижу сейчас, мотоцикл реально готов не только к гонкам, а ко всему. Все, пленочку снимаем безвозвратно. Для кого-то это боль, кто-то будет плакать. Транспорт лок. А что такое транспорт лок, мы с вами поговорим немножко позже. Интересная тема, все расскажу об этом. Итак, мотоцикл в принципе готов, скажем так, попасть на витрину. Осталось совсем немного, по сути, поставить кресло на место и сделать некоторые манипуляции с электроникой. А именно, если мы сейчас включаем зажигание, мы видим, что здесь на приборной панели загорается сообщение о том, что мотоцикл транспорт лок, то есть он заблокирован. Это сделано для того, чтобы предотвратить кражи мотоциклов KTM, которые очень популярны были на просторах Европы для наших рынков в том числе. И сейчас этот мотоцикл, в принципе, чтобы разблокировать, нужно воспользоваться вот таким вот специальным средством фирменным от KTM. Выглядит оно просто офигенно. Такие интересные штуки. Вообще сейчас пока не знаю, что это такое. Сейчас будем смотреть, как это работает. Как можно его разблокировать. Вы должны понимать, что конкретно каждый мотоцикл будет проходить разблокировку под своего покупателя, то есть индивидуально. И еще раз хотелось повторить, что непосредственно для разблокировки, для обслуживания этого мотоцикла, для продажи этого мотоцикла, для выполнения предпродажной подготовки вам необходим вот этот диагностический компьютер.
Каждая операция в нем фиксируется. Вся история рамы фиксируется в системе КТН DealerNet и доступна через этот компьютер. В данный момент происходит запрос в систему КТМ DealerNet на сервер КТМ, и мотоцикл должен получить временную деактивацию кода блокировки. Процедура выполнена корректно, зеленая галочка, все прекрасно, мы можем завершить данную процедуру. То есть сейчас состояние мотоцикла разблокирован. То есть сейчас мотоцикл при нажатии на кнопку автопуска запустится. Единственное, что у него на экране все равно будет высвечиваться блокировка транспортная, потому что это всего лишь временная разблокировка, а не постоянная. Но мы свою временную блокировку сняли. Сейчас мы попробуем первый раз запустить мотоцикл после снятия транспортировочной блокировки и перевод его во временную блокировку, хотя у нас на экране все равно будет показывать сейчас, что транспортный режим активирован. Сейчас увидим надпись «Транспорт лок». Видите? Но, тем не менее, мотоцикл у нас заводится. И в течение 3 часов мотоцикл будет функционировать. Все, на этот мотоцикл нам осталось поставить сиденье, и мы поехали уже делать первые тест-драйвы. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, если вас интересует эта техника. Увидимся в сети. Всем добра, пока-пока.